Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о кошке в овечьей шубке, пародии Silker Cracks. Пудель, овечка и даже медвежонок. Каких только прозвищ не успели дать Silker Cracks'ам за 30 лет существования породы. Кудрявые кошки возникли вследствие генной мутации в Америке в конце 20 века. Быстро распространившись по всему миру, они стали настоящей находкой для всех желающих завести невероятно дружелюбного и необычного питомца. В некоторых журналах я видела, что эту кошку называют кошка счастья, потому что она чувствует себя всегда счастливой. Ей достаточно видеть хозяина, и она уже начинает урчать, мурчать. То, что мы ждем всегда от наших вот пушистых питомцев, чтобы они радовались нам. Представители породы Silker Cracks имеют тело средних размеров и хорошо развитую мускулатуру. Вес кошек обычно составляет от 3 до 6 кг, а котов от 5 до 8 кг. Шерсть у этих животных волнистая, она неплотно прилегает к телу и может быть как короткой, так и длинной. Кошка совершенно замечательная со всех сторон. У нее великолепная гипоаллергенная шерстка. Шерстка очень мягкая на ощупь, вот не глядя на то, что она вот кажется действительно такая овечья, кажется она грубой шерстью. Шерсть очень нежная на ощупь, шелковистая. Нет, несколько типов завитка, поэтому на разных фотографиях вы можете увидеть разные совершенно, вроде бы локоны, где-то кудри такие откровенные, где-то кудельками. Но, тем не менее, это все вот Silker Cracks. Silker Cracks – терпеливая и спокойная кошка. Она хорошо уживается с другими животными. Благодаря миролюбивому и покладистому характеру, представителей данной породы часто выбирают семьи с детьми. Кошки породы Silker Cracks любят своего хозяина и нередко бывают склонны к поцелуям и объятиям с ним. Очень доброжелательная кошка. У нее полностью генетически отсутствует агрессия. Характер вечного котенка до глубокой старости. То есть она с удовольствием будет играть, но она не навязчива, как вот бывают некоторые породы, которые вот хотят, они добьются от хозяина. Это очень интеллигентная кошка в этом плане. Ей достаточно, если хозяин занят, она сядет так, чтобы его просто видеть, и с удовольствием будет вот урчать, мурчать, опять же, радуясь, что вот она видит. Из-за густой шерсти Silker Cracks'ов необходимо расчесывать 1-2 раза в неделю, а мыть 1 раз в 2 месяца. Также нужно внимательно следить за ушами кошки. Кудрявая шерсть животного часто вызывает раздражение и чрезмерную выработку ушной серы. У кошки прекрасное здоровье, она не боится ни сквозняков, ни холода, великолепно чувствует себя на снегу, если вот в частный дом ее брать, она прекрасно гуляет на улице и чувствует себя прекрасно. Средняя продолжительность жизни Silker Cracks'ов составляет 12-15 лет, однако некоторые представители породы достигают возраста 17 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!